спортивном комплексе «Колымский» провели соревнования по мини-футболу, которые посвятили Дню космонавтики. Состязались две возрастные группы – 9-10 и 11-12 лет, в каждой по 9 команд. Играют здесь по всероссийским правилам мини-футбола. Большой футбол играет 11 на 11, вот, или же здесь мы в Колымском играем 8 на 8, вот. А это мини-футбол, где играет 5 на 5, то есть 4 игрока в поле и один вратарь. Также по правилам мини-футбола число запасных игроков – 7, а количество замен в ходе матча не ограничено. Сам матч длится 2 равных периода по 20 минут, утверждают специалисты.